Добрый день. Сейчас мы сделаем Packet Tracer 6.3.4. Troubleshooting. Troubleshooting as a channel. Давайте начнем. Здесь у вас есть шаги и показано, что искать, где есть проблема. Три шага. Сейчас я просто покажу, как эти уже найденные проблемы решить. Найти их вы можете, это прочитав и проделав. Это все просто. Итак, начинаем. Первая проблема. Заходим в S2. Командная строка. Enable Configure Terminal, и нам просто нужно прописать транки. Вводим Interface Range F0-21-24, это на S2, 21-24, запятая, и еще кроме них это G0-1-2. Все, вот так это можно прописать. Одним рейнджем все эти настроить, чтобы по одному не прыгать. Так, switchport, mod, trunk. Давайте я эту команду скопирую, нам ее сейчас много нужно будет писать. О боже, сколько говорила. Switchport, mod, trunk. Копия, все. Просто удобнее так будет. Так, теперь на S2 мы можем настроить интерфейсы. Интерфейс. Давайте я exit. Interface. Port. Port channel 2. Опять-таки switchport mod trunk. Готово. Только теперь interface port channel 3. И тоже mod trunk. И 6, точнее 4. Нет. Все, 6. Mod trunk. То же самое. Все, это S2 мы настроили, и еще нам нужно S1 к первой части. Так, заходим в S1, командная строка, Enable Configure Terminal, Interface Port Channel 1 и Paste Switchport Mod Trunk. Готово. Все, первую проблему мы решили, мы добавили всем интерфейсам транковые маршруты на всякий случай. Дальше. А теперь нам нужно решить вторую проблему. Мы ее можем найти, написав в S1, S2, S3.4, show as a channel summary, и там проверив это все, сопоставив. Вот здесь это все написано. И S2 исправляем ошибку. S2. Ходим в, точнее, не, в S4 у нас трешинг. Не понял. Не то нажал. Все, командная строка. Enable. Configure Terminal. Так, это мы зашли в S4. Вводим Interface Range F021/22. И здесь у нас не стояло channel группы. Если бы вы прописывали команды show as channel summary, вы бы это увидели. Так. Channel group 5 у нас тут должна быть mod active. Чтобы посмотреть, как оно должно быть, все вот в этих вот таблицах есть. Вот. Mod группы, все есть, все легко. Так, вторую ошибку мы исправили, осталась третья. Так, заходим в S3 заходим. Ладно, строка. Enable configure terminal. Int range G01-2. No channel group. Удаляем старую channel group, они у нас тут неправильные. Скопировать команду, потому что нам много нужно удалять. Так, no channel group и прописываем. Channel group. Один mod active. Готово. Но это еще не все. Заходим на другой интерфейс. Точнее, на другой range интерфейсов. Int range F0-21-22. И здесь опять-таки no channel. О, можно стрелочками. Так, no channel group. И channel group
Только здесь не 1, а 6. 6 mod active. Готово. И последнее. Это интерфейс range 23-24. Опять-таки no channel group. И здесь она у нас четвертая. 4. Готово. Как видите, мы исправили все ошибки. Если подождать, оно все совместится и будет работать. Опять-таки, делайте все по шагам. Здесь указано, как искать проблемы, которые я только что показал и исправил. На этом все. Пока.